Так, а куда мы идем? А вот там край, и там помечены классные ивы. О, смотри, отмечено? Отмечено. Да нет, я не знаю, что к вырубке, я не знаю. К вырубке отмечено красным, еще не было. Они все остальные также отмечают, по-моему. Вот, да. Да. И вот, вот это дерево, я бы хотел, чтобы его... Вон там все отмечены, вот эти вот все кусты отмечены. Зафиксировали, что они, да, нормальные. Как бы. Вот, А у нас есть вот представитель, где идет жилищник. Вот. Вот это под вырубку деревья? Да, ну там же они отмечены. Вот да, это вот не отмечено. Вот, смотрите. Видите, вот это не отмечено. А, хотя отмечено, вон, просто сорвали ее. Сударня, вот у вас помещение. Вот там помечены деревья под вырубку, ивы нормальные. Вот это опасное дерево, целая роща и не помечено вообще. Бережно. Это клен. Синевистный? Да, это клен синевистный. Значит, вы утверждаете, что эти деревья, вот вы сейчас утверждаете, что эти деревья не под вырубку. Мы утверждаем, что мы не знаем, кто и с какими целями. Подождите, а жилищник-то знает? Да, я спрашиваю непосредственно представителя, как жилищник должен знать. Ну, народ, где вот тем более вы должны знать. Если вы не знаете, то сейчас вы не знаете. Пока сейчас же, пока проект работает, просто помечен целый ряд. Вот, а чего не рубят деревья? Инспектор говорит, что пока проекта нет, работы нельзя проводить. Тем более, да. На ОПТ. Тем более, да. Это вырубка просто оформлено предписание на вырубку 15 деревьев аварийных. Вот. А вырублено совершенно да. Нет. Вот. Мы говорим почему про то, что вырублено другое. О причинах вырубки больше да количества, это другой вопрос. Ну вот мы про это. Вот. То есть на часть деревьев документы имеются. Я передала вот документы инспектору ОПТ. А то вот есть, что делать с той частью, то, что рубят все подряд? Ну, то есть не ту часть, смотри, на которую вот предписали. Да. Да. Ну, как да. Ну, а штрафон, ну, как-то выписан, нет, там да, все дела. А если они вернутся что... рубить? То есть, если они вернутся рубить, но это будут именно те деревья, которые действительно... По предписанию. А вот как вот нам, чтобы проверять, предписание-то все они рубят или нет? Вот нет информации, как-то получить какие-то именно деревья, чтобы нам следить, допустим? Вы можете направить запрос в департамент вам отвечать. Но получается, что да, пока да, мы не получим, да, не запросим и не получим вот это вот эти 15, что это за деревья, чтобы контролировать. Получается, они пока не могут работать. Тут с топорами продолжит рубить ивы. Пока два месяца идет. Не нет, это понятное дело. Я не имею по телефону 112 сотрудников полиции. Они задерживают нарушителей до момента выяснения обстоятельств. Ну, подождите, вот женщина как раз, она оттуда. И почему вы просто напрямую не договориться, чтобы они так не сделали? Зачем опять эти полиции? Вы спрашиваете о ваших действиях в рамках действующего закона. Да, да. То есть, да. Что, а теперь успеют? Давайте спрашивать вы не в рамках закона, а в рамках работы плодотворной. Мы сейчас пытаемся это решить, наоборот, более простым мирным путем. Если более простым и мирным, вы все знаете, вы можете найти в Яндексе телефоны, адреса ГБУ жилищный район Чертаново Южное, обратиться туда с вопросом, их ли сотрудники осуществляют порог людей. Они скажут нет. А вот женщина, а вы же представитель, да, жилищника? Ну, да, да, да. Вот почему искать телефоны. На каком основании вот да, ваши работники рубили то, что не по предписанию? Вы хотите форму замечу. Ну просто, ну, может, человек нам по доброй воле. Вы думаете, в жилищнике работает один сотрудник, который отвечает, ну, за человека все. Человека же прислали, который, наверное, да, знает, да, о чем это говорит. Они просто, а не просто так там со стороны. Другого, да, сейчас мы видим, что человек в отмалчивается. По факту будем называть. Вот вы нам отвечаете, да, на вопрос? Не отвечают. Просто чисто по-человечески, ну как бы, ну, вот, да, проблема есть, и что мы в этом... Мы хотим тоже все эти полиции, просто жалобы, какого рода. Мы просто хотим по-мирному еще договориться, что пока вы по- не будете... По-мирному, вы можете, мы договорились. Вот вы можете там сказать просто своим жилищникам, что пока вот не ну, надо. Вот, пока не получится все документы, зачем это делать? По факту вот этого, да? Да. Ну, а я вчера мне полиция сказала, что они придут, подтвердила на них, что не имеет права, да, пока не... А ну, раньше в общем, они вчера ходили, на них было написано «Жилище пленное черпание». И надеемся, что все будет... Единственное, я вам точно хочу сказать, что деревья, которые мы не вырубили по предписанию, мы их вырубили. Нет, да, нет, а подожди, они имеют право. А подождите, а где мы, а подождите секундочку, да, вот опять же к вам идем с этим же вопросом. А нам, мы сказали, покажите нам дендроплан. Вы сказали, вот запрашивайте, придет запрос. Тогда мы не знаем, какие деревья у вас разрешены под вырубку. Вот в чем вопрос мы идет. Мы вызываем полицию, да, и, чё, и полиция не понимаете? Разбирается. Вот именно. Вот в чем вопрос идет. Пока нет дендроплана, мы не знаем, какие деревья вам даны на вырубку. Хорошо.
мы там будем проводить работу, пока вы не будете. Вот это же как бы, это всем будет проще, если мы будем видеть, ну реально рубят сухостой, не проблема.